Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие зрители. Мы с вами продолжаем изучение идей Абу Мансур аль-Матуриди по его книге «Китаб ат-Таухид». И сегодня мы посвятим наше занятие вопросу необходимости существования Аллаха Всевышнего. Как известно, в исламском вероучении есть две категории. Есть «Уаджибуль-Вуджуд» и есть «Мумкин-аль-Вуджуд». «Уаджибуль-Вуджуд» – обязательно сущий, это Аллах Всевышний. «Мумкин-аль-Вуджуд» – возможно сущий все творения Аллаха, то есть все остальное. Так вот, по поводу обязательности существования Аллаха Всевышнего Абу Мансур аль-Матуриди указывает. فإن تأملت وجه اختلاف البشر في العالم بعد ظهور آيات حدثه وأدلة جرى تدبير غيره عليه إذ ما من شيء من جواهر العالم وأركانه إلا وهو بجوهره يشهد بأنه مدبر مفطور وأنه مضطر إلى عليم بأحواله غني يملك حوائجه حكيم يضع كل شيء موضعه لئلا يتناقض فيتبدد وأنه لا يحتمل بجوهره أن يرجع إلى عدد من المدبرين بما لديه تمكن الاختلاف الذي عنده يريد كل أن يظهر سلطانه ويغلب ملكه ويقهر كل من نازعه وفي ذلك تفاني والفساد اللهم إلا أن يكون لواحد منهم فضل قوة أو نصر يخضع له الجميع فيصير كل خاضعا له ذليلا بمعنى كل جوهر من جواهر العالم يكون في خروجه على مشيئة غيره وجريه عليه سلطانه وهو المعني بالذي هو دليل مدبر للعالم عليم حكيم ليقوم به وهو يتم ويخرج من العدم إلى الوجود. Итак, Абу Мансур аль-Матуриди приводит довольно большой отрывок текста, посвященный вопросу существования Аллаха Всевышнего, обязательности существования, и приводит доказательства. Так вот, он указывает: فإن تأملت وجه اختلاف البشر في العالم بعد ظهور آية الحدث وأدلة جرى تدبير عليه غيره إذ ما من شيء من جوهر العالم أركانه إلا وهو بجوهر يشهد أنه مدبر مفطور. То есть, имеется в виду, если вы поразмышляете о том, что между творениями, между вещами, между людьми есть какие-то разногласия, противоречия, и все это после того, как доказательства существования Аллаха стали явными, и если проанализируете все доказательства, говорит он, то вам будет ясно, что каждая из частиц этого мира сама по себе своей сущностью указывает на то, что она просто нуждается в Создателе, который приведет в порядок ее существование. Ганиен ямлику хавайджаху, сам по себе этот существователь, независимый и обеспечивает нуждами все сущее. Хакимун ядаа кулли шейин маудаху, он мудрый и помещает каждую вещь на свое место. Лиалля ятанакада фатабаддада, чтобы эти вещи, не сталкиваясь, не противоречия, не исключая друг друга, не приводили друг друга в состояние небытия. وَأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ بِجَوْهَرِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى عَدَدٍ مِنَ الْمُدَبِّرِينَ. Точно так же существование этой сущности не может быть связано с большим количеством вот этих сущностей, которые упорядочат ее существование. بِمَا لَدَيْهِ تَمَكُّنِ الْإِخْتِلَافِ الَّذِي عِنْدَهُ يُرِيدُ كُلٍّ أن يظهر سلطانه. Потому что в этом случае между ними возникает противоречие, так как каждый из них будет пытаться осуществить свою волю. وَيَغْلِبَ مُلْكُهُ وَيَقْهَرَ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ وَفِي ذَلِكَ تَفَانِي وَالْفَسَادِ. Каждый из них будет стараться выйти победителем, одержать верх над своими соперниками, и это будет приводить к гибели. اللهم إلا أن يكون لواحد منهم فضل قوة أو نصر يخضع له الجميع. За исключением того случая, если один из них будет обладать
определенной степенью силы, могуществом, способным подчинить себе все остальное. Фасиру куллун хадиан лаху залилан. И каждый из этих сущностей подчинится ему, она будет унижена. Бимана куллю джаухирин мин джаухири аль-алами якуна фи хуруджихи аля ма машиати гайрихи ва джарихи алейхи султануху. Уху маани лилляди биллади уху далилу мудаббири лил-алам. И в этом есть суть доказательства необходимости существования в этом мире того, кто его создает и приводит в порядок. Алимин, хакимин, лиякума бихи, ваятимма, ваяхруджу мин аль-адами иль-вуджуд. И этот творец обязательно должен быть знающим, мудрым, и только в этом случае сущности могут из состояния бытия перейти в состояние бытия, то есть стать существующими после того, как не существовали. То есть, как видим, Абу Мансур аль-Матуриди здесь приводит нам классические доказательства существования Аллаха Всевышнего, необходимости его существования, таким образом, строго следуя пути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Thank you.